Пользователи мобильных телефонов продолжают писать заявления о смене операторов связи с сохранением номера. Последний срок, который дали представителям услуг на решение технических моментов, истекает уже 14 апреля. Однако уже сейчас абоненты, изъявившие желание сменить оператора, должны получить возможность это сделать в течение месяца. С марта вводятся санкции к тем компаниям, по вине которых пользователям так и не начали оказывать услугу по переносу номера. Всего в России на сегодняшний день больше 140 тысяч человек написали заявление, но только чуть больше трети из них смогли сменить оператора. В Тюмени точных цифр не называют, но уверяют, что процесс идет, и все заявления удовлетворяются даже быстрее установленных сроков. В основном сам процесс этот вышел на, скажем так, на определенный поток, если его можно так назвать, да, в сравнении практически с начала этого года. То есть вот как закончились праздничные дни, после новогодние. Этот процесс сдвинулся с места. Сроки гораздо менее, чем указаны в законе. То есть в основном, в среднем, по статистике у операторов сотовой связи, это происходит в течение 8-9 дней.